разбили пермский ОМОН. Вот эти сгоревшие машины. Командир батальона в своей машине форсирует на небольшую горную, но коварную речку. Командир первой роты доблестной гвардейской. Не плюй в речку, Юра! Это машина моего взвода. Пиздец, я буду пукать. Да. Сцепить вместе. Ты что? Ну чё, блядь? Опа! Да ебок, самого! Кипиш. Срочный выезд. Через 2 часа машины должны быть разгружены и поставлены в колонну.